Всем привет! У нас тут новая рубрика. Ты сейчас отнимаешь хлеб у Варшавского с Погодиным. Ничего страшного. У меня другая аудитория. В общем, Азарий Русаков из города Тавда попросил нас показать атаки из черепахи. Вот, поэтому сегодня покажем немножко, как вообще держать черепаху, что делать, и пару вариантов, как оттуда атаковать. Окей. А ты знаешь, Тавда где? В Советском Союзе? Я не знаю, где Тавда, надо по карте глянуть. Но там есть джиу-джитсу, и там знают об СЖ-фрикс. Черт меня дернул прийти к Кухарову на тренировку. Он будет на мне какую-то херню показывать. Ну, показывай. Черепашку. Для начала, как мы ее держим? Так. Окей. Самое главное, первое, как сидеть. Да, то есть, когда вы сидите, у вас две угрозы. Да, это вот эти места вам берут спину и шея, собственно, вас душит. Я считаю, что вот эти места, чтобы не взять спину, да, средняя линия, это важнее, чем шея. Да, потому что если вы защищаетесь вот таким образом, как учили. Где? В дзюдо, не знаю. Везде. Да. Вот таким образом вам, скорее всего, возьмут потом спину и наваляют вам, мягко говоря. Да, вот Леха мне уже валяет. Валяет меня, да, я стучу. Вот, то есть я считаю, что важнее защищать среднюю линию. Да, держать руки где-то здесь, локти где-то здесь. Таким образом. Да, у вас свободные руки, вы можете защищаться, да, не давать захвата за отвороты. И при этом защищать как бы среднюю линию свою, чтобы вам не взяли спину. Также есть одна деталь, я всегда должен смотреть в ту сторону, где у меня партнер. Да, то есть, если он слева, я смотрю на него, да, таким образом, не от него, да, тогда у меня, да, он меня легко раскатывает, а на него, да, моя голова является дополнительной опорой, да, толкни меня на себя, Лёх, да, то есть, голова мешает мне падать. Плюс также есть, даже если вы проиграли вот этот захват, если вы смотрите вперед или направо, да, я сам себя душу, но если я смотрю на него и прижимаю челюсть к плечу, да, у меня одна артерия всегда свободна, да, как бы он не затягивал, затягивает, да, у меня одна артерия свободна. Поэтому я, конечно, боюсь за этот захват, но не очень сильно. То есть позиция у меня вот такая. Да, я смотрю на него и защищаю среднюю линию. Да, это самое основное. Да, я точно не задушу от себя? Надеюсь, что нет. Мы сейчас какого-нибудь дзюдоиста попросим нас задушить. Да, мы сейчас попросим дзюдоиста, слава богу. Мы же в школе носим, у нас тут много дзюдоистов. Да, неправильная позиция головы. Я поворачиваем голову. Поворачиваем голову, прижимаем челюсть к плечу. Не работает. Что вообще делать в черепахе? Потому что если вы не Эдуардо Теллис, как бы вы для чемпионата мира черепахи вряд ли получится. Он, собственно, и не выигрывает. Ну, тем более. То есть, что я хочу делать? Я на самом деле хочу отсюда свалить в гард. То есть, сидеть в черепахе, там, типа, я тебя сейчас размотаю, вряд ли. То есть, вы не должны никогда ждать. То есть, как только с вас снимают давление, вы должны убежать в гард. Да, каким образом это можно сделать? Просто ногу убрав под себя, да, сесть в сидгард. Либо кувыркнуться, да, в ту сторону, где у меня соперник. И все, и вы опять в гарде. То есть никогда не нужно ждать, не надо давать всякие мистические варианты, когда вас там обошли, взяли за ноги, подняли, как-то там раскрыли черепаху. Нет. Нет давления, сразу садитесь в гард. Сидгард или кувырок.
принципе, понятно. Ну, то есть, когда вокруг вас двигается, откуда-то всегда уходит вес, вы можете либо кувыркнуться, либо сесть. То есть, каждый раз, когда вокруг вас двигаются, контролируют, во время смены позиции часто вес уходит. Вы можете либо сесть в гард, да, сблокировать его и в сидгар, либо сделать кувырок, как правило, да, если вас не контролируют среднюю линию. Хорошо, но человек у тебя спрашивал про атаки. Или да, мы перейдем к атакам, сейчас покажу парочку вариантов. А к атакам мы перейдем завтра. Пришли 100 рублей и получи два варианта атаки из черепахи. 300? 300 рублей. Получи 3. Сейчас, хорошо. Окей, по атакам. Они будут, как правило, всегда, если человек вас начинает брать захват, да, лезет на средней линии, либо за курткой. Да, то есть самый простой, самый базовый вариант, наверное, из дзюдо все знают, когда мы переворачиваем, я покажу. Да, когда я беру его здесь и ныряю под него. Да, контроль обязательно. Да, давление в него, чтобы не улететь. И тут можно забить, собственно. Из важных штук. Да, то есть это обычно происходит, если я прошляпил, да, вот эту дырку. То есть он взял мою среднюю линию. Мне надо обязательно взять захват выше его локтя. То есть вот таким образом. Да, можно даже сразу здесь кимуру грип пытаться взять. Либо просто здесь, выше локтя. Да, если я не расшляпил, и он взял просто поверх. Да, я блокирую кисть, да, вот таким вот образом поставлю руку и опять выше локтя. С мой контроль всегда выше локтя. Здесь я убираю ногу, да, ближнюю к нему, колено к нему, и тяну его, да, накручиваю его на эту руку. Ну, на себя за эту руку, точнее. Может быть, сайт контроль, может быть, плечак вот. Да и что, решил все бесплатно показать? Ну, они уже присылают по 300 рублей. Хрен там. Надеюсь, вы уже присылаете по 300 рублей, чтобы увидеть продолжение. Продолжим. Окей, то же самое, смотрите. Да, вы его уже один раз туда дернули, он уводит вес назад. Да, то есть я не могу накрутиться, не могу. Вес очень много там. Тогда я просто... Просто ложусь на спину через другую сторону. Опа! Поднимаю ногу для того, чтобы он не перепрыгнул через меня. Да, то есть контроль его таза. Ну и далее могу делать кимуру. Могу, если, да, может быть, он будет делать кувырок, чтобы защититься. Да, я могу преследовать его, делать разные варианты с этим захватом. Есть разные направления, да, то есть если он обнимает меня с той стороны, соответственно, работает с этой рукой. Если он этого не делает, или я защищаюсь, но взял вот этот отворот, который вы боялись. Да, я просто что делаю? Беру его рукав и ножку. Ножку беру сверху. Все окей. Да, у меня здесь локоть хорошо работает. И дальше я просто делаю движение, как при броске, то есть тяну его вот туда. Фокусы. Закончили! Что, на этом все? На этом, наверное, все. Да. Присылайте деньги и вопросы. Или и ценные подарки. Как бы так, да?
Да, у нас, наверное, на сегодня все. Я заплатил Артему 300 рублей. И теперь я умею кувыркаться из черепахи. Не, ну шутка, вы же понимаете. 300 это очень мало.